Когда запасы чистого сырья в мире уменьшаются, а квоты на выбросы ужесточаются, нам нужно менять свое отношение к отходам. Когда мы выбрасываем какие-то вещи, мы думаем, что это мусор. Однако зачастую это ценное вторсырье, которое можно переработать в новые материалы, товары или энергию. В этом и есть смысл экономики полного цикла в изменении мышления. У нас в Южной Карелии серьезно задумываются о возможностях, возникающих в циркуляционной экономике. Мы хотим быть первыми в разработке новых решений замкнутого цикла. Поэтому в районе Кукуруйн-Мяки города Лапиенранта мы открыли испытательный центр по переработке вторсырья, где компании могут разрабатывать и испытывать новый бизнес, связанный с экономикой замкнутого цикла. В Кукуруйн-Мяки нет мусора, есть только горки тщательно отсортированного вторсырья. Из биоотходов производится питательный грунт для садов и для благоустройства земельных участков. Из древесного и пластикового вторсырья изготавливаются композиционные изделия, такие как стройматериалы и хозтовары. В планах на будущее – производство биогаза, что может открыть новые возможности для бизнеса. По всей Финляндии открыто много передовых предприятий, работающих по принципу экономики замкнутого цикла. Возможности есть везде, но для того, чтобы появилась бизнес-идея, нужны смелость и смекалка. Пересмотр своей деятельности по принципу замкнутого цикла может открыть новые, порой неожиданные возможности. Видит ли ваша компания новые пути для бизнеса в работе по принципу замкнутого цикла? Администрация города Лапиенранта и Лат-университет помогут вам в поиске партнеров и разработке путей сотрудничества. У нас имеется все необходимое. Экспертные знания, энтузиазм, производственные площади, вторсырье и сеть потенциальных партнеров. Это только малая часть возможностей циркулярной экономики. Узнайте больше о различных ее циклах и услугах и используйте экономику замкнутого цикла как часть вашего бизнеса.